Так, смотрим, что получилось. По-моему, было время многовато. Ну, видим то, что есть. Мешок целый остался, ничего не повылетало. Ну да, маленько было многовато времени, главное в центре. Вот чуть-чуть есть подгоревшего, смотрите. Чуточек прям вот. А так вот прекрасный попкорн получился. 2 минуты надо ставить, не 3 минуты, а 2. И надо смотреть, чтобы не застревало, чтобы именно крутился. Вот мой вам лайфхак.